Дорогие друзья, добрый день! Приветствую вас на канале Boston Technic. Меня зовут Андрей. Сегодня вашему вниманию представляю вот такой трактор Lowell, модель 504, в идеальном состоянии. Трактор 23 года выпуска. Значит, наработка у данного трактора на данный момент 60 моточасов. Ну, состояние нового трактора, сами понимаете, да? По традиции обойдем со всех сторон. Я вам все покажу. Резина четкая, не порезанная нигде, ничего. Здесь задние колеса тоже идеальные, диски все. Все очень хорошем состоянии, достойном. Сзади навесочка. Значит, также установлено прицепное. Вместе с ним будет продаваться. За прицепным находится ВОМ, вал отбора мощности. Видно отсюда будет. Вот. Значит, сзади все сухо. Здесь 4 гидровыхода. Так, правое колесо заднее. Состояние новой техники, повторюсь. Здесь оптика задняя, подсветка. Цельные стекла, цельные стеклянные двери. Двигатель весь сухой, от слова совсем. На фото также приложу. Сейчас откроем капот. Посмотрите. Выхлопная. Противовес груза. Соответственно, воздухан у нас. Тут генератор. Собственно говоря, вот двигатель, видите, за такую технику вообще не стыдно. Все в очень достойном состоянии. Аккумулятор 100 ампер часов. Друзья, обращайтесь, кому необходима данная техника, она у нас уже есть. Приобрести можно данную технику как за наличный, так и по безналичному расчету. Также можно в кредит, а также можно в лизинг. Обращайтесь, друзья. Мы находимся в городе Волгоград, улица Историческая, 183. Спасибо за внимание.